Все, выехали, потроллить, а тут вон на яхтах плавают во все. Точнее, ходят. Такая приблуда. На всякий случай завязываем. А у меня тоже камера есть. Там сидите. Да. Ага. Как она называется? Сибирский рыбак 55. Как? Сибирский рыбак 55. Подписывайтесь на канал. У меня YouTube, у меня TikTok есть. TikTok? Да. Колпачки не скручиваешь на TikTok? Нет. На кофе не скручиваешь. А ты хоть остановки делай хоть? Твичингом попробуй. Маленький птенец, даже два. В общем, нашел место тут такое классное. Обрывистый берег, вот как видите. Лодку припарковал. И что самое главное, на берегу растут березки.
Вот они. Сейчас будем вязать березовый веник. Кстати, самые лучшие веники — это из березы, которая растет на берегу рек, болот. В общем, листья хорошо держатся. Все, поехали. О, получится венички. Просто класс. Вот, получились, в общем, какие веники. Остается только связать. Такой узел, в общем. Потом погнали по Бартышу. Да? Ну, конечно, надо что-то новое в жизни пробовать. Вот так начинать. В общем, к рыбалке присоединился Димон. С пасеки приехал. И возникла небольшая проблема. В общем, мотор накрылся. Нет охлаждения. В общем, вода вообще не бежит. Вот. Сильно нагревается. Ну, запустить можно его, проплыть метров 50. Сильно нагревается. Что нежелательно. Батим дорожка. Может клинануть. Проплываем сейчас, короче, на веслах на точку. Так вот. До нашей точки осталось, не знаю, метров 300, где-то так. Попробуем порыбачить дорожкой. Ну, сейчас сами все увидите. Это, в общем, плывешь на лодке и сплавляешься так же, как троллингом. Только по течению. Сейчас попробуем поймать кого-нибудь. Мы так уже ловили, кстати. Сейчас плывем против течения. Что, тяжеловато, Димон? Нормально. Справимся? Да. Давай, давай, Димоныч. Глубина тут небольшая. Ребята, если и собираетесь плыть в тайгу, берите ханкай. В тайге. В тайге он вас точно не подведет. Баунти. Райское наслаждение. Давай. Давай, офигел, вот это далеко летит, классно. Вот сейчас далеко. Ел хорошо. Хорошо троллит. Вообще классно. Стикеровать-то хорошо надо. А зачем? Это же не на это рыба. Ну что, все равно знать, как можно дальше такой длину отматывать. Право.
Ты-то тянешь? Да, Димон, удочка твоя, вот, поближе ко мне. Видал? А? Обрыбились? А ты не верил. Выпустил. А ты не верил, Димон. Совсем. Ну да, вот это совсем. И что? Ой, куда ты на такой воблер-то клюнул? Ё-моё. Совсем что-то маленький. Фига заглотил, как взрослый. Маленько мотор еще работает. Все, отпускаем, да? Да, конечно. Ну, совсем не клюнул. Все, пускай. Видишь, ловится, что. Маленькие, эмоции какие-то. Есть? Да нет, нет. Не, воблер, да есть. Ну, воблер, воблер. Прямо, прямо, Димон. В общем, все, порыбачили. В общем, один маленький судак. И поклевка хорошая была. Что-то тащил даже. Сегодня не ахти, но погодка хорошая, тушил, порыбачил, рыба играет вон.